Я Махкамова Мунира Салиджоновна, мне 42 года. Я не жалела себя, я таскала тяжести, я работала без выходных, я работала по 12-13 часов. В конце концов, это все повлияло на мое здоровье. При грыже позвонков я ездила в метро, но надо же ехать там 40-50 минут, да? Я думала, сейчас у меня спина сорвется прям, вот, и я не доеду до работы. Вот. И каждым годом все это тяжелее и тяжелее. Я ехала когда на родину, я лечилась, я физиотерапию получала, я по-медицински все получала лечение, но результат был практически, можно сказать, ноль. Ну, хватало на 2-3 месяца, когда я уже приезжала. Однажды, вот когда у меня начала болеть грудь, я пошла к гинекологу. Гинеколог отправил меня к маммологу. Там сделали снимки, все, обследование. И как-то прям врач мне сказал, я вас направлю в онкологию. И поставил диагноз фиброзно-кистозную мастопатию доброкачественную. Я как медик, я сама это понимаю, для меня это было шок. Ну, разные негативные мысли приходят в голову. Я же молодая еще, у меня трое детей, у меня муж. Я должна жить, я должна работать ради детей. Надо их как бы поставить на ноги, надо их женить, дом достраивать, да. Целей очень много, а на тебе вот эта болезнь. И вот это меня прям шокировало. Когда позвонила своей подруге, которая работает в Синши. Она меня посоветовала обратиться к врачу, именно который занимается детской медициной. Мы с мужем поехали, проконсультировались, и нам выписали программу трехмесячную. И стали употреблять вместе с мужем. Помимо этого, у меня, кажется, еще было столько много заболеваний, букет. Ну, в течение долгих времени все это накопилось. Я получила колоссальный результат. Это было что-то. Ну, в онкологии мне выписали только один препарат. И я задала вопрос врачу, а как можно вылечиться с одним препаратом, с одной таблеткой? Они мне сказали, а больше мы ничего не надо, никто гарантии не дает, и ничего такого нету. И каждый год, раз в году вы будете приходить и обследоваться. Я говорю, и целый год жди, да, что там будет, чтобы был хороший результат. Я пропила хитозан, чай обязательно пропила, очищающий фруктозан я пила, кардицепс, цинк, кальций. И гормональный силен я пропила, суперсилен я пропила. Когда я пришла, сделали обследование, там маммографию, УЗИ сделали, уже образования не было. Образования не было, вы не представляете, да, это вот, вот, я говорю, надо же, у меня пропали боли из спины. Это вот это, что меня очень радует. Чудо. Вот.